Физкульт, привет! В эфире НТВ очередной выпуск информационно-аналитической программы о спорте «Хит-трик». Само понятие «Хит-трик» подразумевает деление на три. Три гола, три блока, три победы. В ограниченных рамках эфирного времени мы снова успеем отыграть только два периода. Впрочем, это не страшно, потому как для обзора новостей нам вполне хватит 15 минут. А во втором блоке нашей передачи сегодня будем говорить не просто о спортсменах, а о людях, кем стоит восхищаться. Поверьте, они этого заслуживают. Надеюсь, заинтриговал. А пока обещанный блок новостей. Начнем, конечно же, со спорта номер один. Ну, по крайней мере, в Нижнем Новгороде именно хоккей является самым любимым видом спорта, за который болеют десятки тысяч людей как в Нижнем, так и в области. Итак, «Торпедо». Автозаводцы в 9-м сезоне КХЛ успели отыграть 4 матча. Старт регулярного чемпионата получился для команды Петриса Скудры весьма впечатляющим. Всего одна пропущенная шайба в двух домашних играх. О таком грех не вспомнить. Они ждали этого долгих 160 дней. Именно столько прошло с последней игры «Торпедо» в континентальной хоккейной лиге. И вот старт 9-му сезону официально дан. А это значит новый отчет, новые победы и новые надежды на лучшее. Нижегородские болельщики – самые позитивные и самые преданные. Последние они доказали тем, что снова заполнили трибуны Нагорного. А позитивно смотреть в новый сезон позволяет успех автозаводцев на предсезонных турнирах. А посмотрите, какая команда у нас сейчас стала. Вообще, посмотрите на Кубке губернатора. Один за всех, из одного. Берите пример со Скудры. А уж если Скудра, то и команда вся такая же. Удивила и молодежь наша, и состав именно уже более взрослых. Ну, били за каждое это... За каждое единоборство все делали. Молодцы, приятно смотреть, когда команда борется. Торпеда есть торпеда. Ждать можно все, что угодно. А ждем побед. Только побед. Ожидание первой победы в новом сезоне утомительным не стало. Как всегда, клуб порадовал болельщиков обширной предматчевой программой. А за 10 минут до начала игры против рижского «Динамо» на нужный ритм всех настроило шоу барабанщиков. Потом были напутственные слова от губернатора и символическое вбрасывание. А уже через мгновение в Нижний Новгород вернулся его величество хоккей. Первый период голами не порадовал. Давление первого матча в сезоне не позволило раскрыться командам полностью. Ребята, сейчас такой у них переходный период. И, конечно же, мы смотрим с оптимизмом легионеров, которые очень себя хорошо показали, которые дали возможность говорить о том, что вот я чувствую, что за спиной у меня сейчас забили гол, первый гол в КХЛ, поэтому я вас всех поздравляю. Виновником голевого торжества стал Дмитрий Семин, который после паса конфетки от Ивана Вишневского дал старт новому отсчету забитым шайбам «Торпедо». В ожидании следующего гола команды развлекали болельщиков немногочисленными опасными моментами. Ну а Картер Эштон не дал заскучать трибунам мастер-классом по боям на льду. С паринг-партнером выступил Тим Сестита. «1-0 – это еще не повод расслабляться. И торпедовцы по ходу матча неоднократно могли укрепить свое преимущество. Но шайба больше никак не хотела идти за спину Якуба Седлачика. Впрочем, отсутствие голевого града ничуть не испортило настроение. Автозаводский клуб первой же игрой показал и доказал. С нами легкой прогулки ни у кого не получится». «Команда и предсезонку хорошо провела. Есть настрой. Я встречался с командой. Хотят поиграть в этом году лучше, чем в прошлом». Но и обязывает, 70-летие клуба обязывает хорошо выступить в этом сезоне. Это правда, потому что 70 лет прошло, и у нас одна такая хорошая страничка, 61-й год. Я думаю, пора, ну, хотя бы не меньшую полочку на пьедестале занять. Первый шаг к пьедесталу у «Торпедо» получился победным. Автозаводцы удвоили преимущество за 3 минуты до финальной сирены. При игре в большинстве хозяева льда разыграли комбинацию, в завершении которой Каспар Сдаугенш продемонстрировал отличный кистевой бросок. 2-0. Удачное начало сезона. Вторыми под натиском бело-синих пали финские «Джокеры». С давним соперником хозяева льда обошлись жестко – 3-1. И если в матче и была интрига, то она практически исчезла на 39-й минуте, когда Владимир Галузин при игре в большинстве вывел «Торпедо» вперед. До этого момента соперники обменялись голами. На шайбу Каспарса Даугавинша хельсинки ответили броском Еси Энсу. Ну а победную точку в матче поставил все тот же Галузин. 10-й номер автозаводцев отправил шайбу в пустые ворота Йокерита за 1,5 минуты до финальной сирены. Гол в пустые ворота был и в первом выездном матче. Правда, на этот раз шайба побывала в рамке автозаводцев. А если быть точнее, побывала она там 7 раз.
и 5 из них в течение 10 минут. Вот как же хочется забыть этот братиславский разгром. Хочется, но не получается. Я, например, долго буду помнить об этом. Потому и вам напоминаю, что мне одному теперь бессонницей мучиться. А вот Петр Скудра после игры со Слованом был неестественно спокоен. Видимо, знает то, что нам неизвестно. Во втором периоде неплохо сыграли в большинстве, но просто банально нас не хватило на третий период. И игровая дисциплина, потери, которые, в принципе, начали третий период, пропустили такой, по хоккейным меркам, глупый гол, потери. И уже, скажем так, силенок добавить в конце у нас просто банально не хватило. Накануне, в последний день лета, «Торпедо» вышла на лед арены «Дом Спортова» в хорватском Загребе. В своем четвертом матче нового сезона и во второй выездной игре автозаводцы встречались с местным «Медвежчаком». Нижегородская «Торпедо» на старте 9-го сезона так бросает из крайности в крайность, что даже самое крепкое сердце самого здорового болельщика не выдержит. Только-только закончился волокординовый курс после разгромного поражения в Братиславе, как бело-синие подготовили очередной инфаркт своим болельщикам. К счастью, на этот раз сердце щемило от радости сумасшедшей победы. «Торпедо» буквально закатала в лед хорватский «Медвежчак». Команда Петриса Скудры в Загребе обыграла хозяев площадки со счетом 6-1. Автозаводцы стабильно забивали по 2 гола в каждом периоде. Шайбами отметились Евгений Мозер, Максим Осипов, Сэм Ловквист и Дмитрий Семин. А автором первого и заключительного гола стал Евгений Грачев. У него, соответственно, дубль. Сейчас у нижегородцев есть возможность отдышаться, чтобы уже 4 сентября игрой против Сочи на льду Нагорного дать старт 4-матчевой домашней серии. Помимо курортников, нашими соперниками здесь выступят Хабаровский «Амур» 8 сентября, новичок КХЛ пекинский «Куньлунь Ред Стар» 10 сентября и «Адмирал» из Владивостока 12 сентября. От хоккея к событиям баскетбольным. И пусть сезон с участием нашего клуба «Нижний Новгород» стартует далеко не сегодня и даже не завтра. Новостями команда радует нас регулярно. Так, очередным новичком черно-белых стал Дмитрий Узинский. Этот форвард пока не имеет опыта выступления в единой лиге ВТБ и уж тем более в Еврокубке. Но на дальневосточного игрока, а он выступал за юношеский состав «Спартака Приморья» и «ПСК Сахалин», в тренерском штабе горожан решили сделать ставку. И будем надеяться, что 23-летний форвард откроется именно в Нижнем Новгороде. Ну а непосредственно сам клуб порадует нас отличной игрой в новой форме и с новым логотипом. Обошлось без шоковой терапии. Давно анонсированная смена логотипа баскетбольного клуба «Нижний Новгород» остудила пыл особо ретивых консерваторов своей лаконичностью и минимализмом. Главное, цвета остались прежние, и на трибунах Нагорного во время домашних матчей кричалки будут звучать все те же. Такое логичное для нас сочетание НН ради узнаваемости бренда не только столицы Приволжья, но и во всей стране поменяется на полноценное «Нижний Новгород». Причем будут сразу два варианта – на кириллице и на латинице. Плюс, по примеру Национальной ассоциации, у клуба будет множество логотипов в зависимости от их применения. Обновится и официальный сайт команды, но самые существенные изменения все-таки претерпел основной состав. Лидеры покинули стан черно-белых, и теперь главный упор будет сделан на молодых игроков. Министр спорта Нижегородской области и председатель правления БК НН Сергей Панов на презентации дал четко понять – игроки молодые, но очень перспективные. Как в той песне поется про команду, придут честолюбивые дублеры, и дай бог им сыграть лучше нашего. Я думаю, что те ребята, которые сейчас подписали контракты и находятся в составе команды в тренировочном процессе, я думаю, они талантливее, чем предыдущее поколение, скажем так, наших игроков. У нас очень интересный, талантливый тренер, который прошел с клубом уже 2 года работы, знает, что от него ждать. Сезон стартует еще не скоро, и у игроков еще будет время привыкнуть к новой форме и к новому логотипу. Например, на том же Кубке Нестерова, который традиционно проходит в Нижнем Новгороде перед стартом сезона. Ну а пока команда практически в полном составе проводит тренировочные сборы по месту прописки. А уже через несколько дней черно-белые отправятся в Латвию, где будут готовиться к чемпионату и Еврокубку целых 3 недели. Осталось ждать совсем немного. Уже скоро обновленный БКНН снова выйдет на паркет Нагорного. We'll be right back.
Серьезные изменения произошли и в нижегородском футболе. На данный момент единственный профессиональный клуб столицы Приволжья – «Олимпиец». И пока в первенстве ПФЛ подопечные Константина Галкина выступают на твердую четверку, и лично я в плюс нашей команде поставил бы даже ничейный результат в выездном матче против КамАЗа в Набережных Челнах. За характер и за волю к победе, до которой, к сожалению, дотянуться в этот раз не удалось. Но тем не менее. В рамках шестого тура первенства ПФЛ нижегородцы на выезде встречались с КамАЗом. Первый гол в ворота Артура Анисимова влетел уже на 14-й минуте. Денис Соболев в пределах штрафной поразил дальний угол. Справедливости ради стоит отметить, что гости вполне могли отличиться еще в первом тайме при розыгрыше многочисленных стандартов, но мяч никак не хотел лететь в створ. Зато он полетел снова после удара Соболева и снова примерно на 14-й минуте, только уже второго тайма. И снова эффектный удар, на этот раз под перекладину. 2-0 в пользу хозяев. Казалось, исход решен, но олимпийцы совершили невероятный камбэк. В середине второй половины матча на поле появился Игорь Беляков. Он и стал автором первого гола ворота КамАЗа. На 74-й минуте Ладо накрутил соперника и отдал навесную на Белякова, который переправил мяч головой за спину голкипера. Заметим, что 10-й номер нижегородцев вполне мог оформить хит-трик, но второй удар головой не достиг цели, а на 82-й минуте хозяев спасла штанга. Казалось, челнинцы выйдут победителями, но на 90-й минуте Максим Нестеров удачно вышел на рандеву с вратарем и переиграл его в очной дуэли. 2-2. И это ничьи, кстати, могло и не быть, если бы не отличная игра Анисимова на 4-й добавленной минуте. В итоге «Олимпиец» отскочил от поражения и не позволил оторваться в турнирной гонке Челябинску и «Зениту» из Ижевска. И в продолжение футбольной темы предлагаю вашему вниманию поразмышлять о будущем национальной сборной. И речь пойдет даже не о ближайших 2-3 годах. Смотрите дальше. А вот на кого конкретно смотреть, прямо сейчас решают селекционеры сильнейших клубов страны, которые приехали в Нижегородскую область. Ведь именно у нас сейчас проходит первенство России среди лучших юношеских сборных страны. Чтобы заглянуть в будущее, не обязательно иметь машину времени. Достаточно посмотреть на этих юных футболистов 2002 года рождения. И вам станет понятно, кто уже в скором будущем будет выступать в составе национальной сборной. 10 сильнейших команд со всей страны в эти дни разыгрывают медали первенства России среди лучших сборных субъектов и межрегиональных объединений Федерации футбола РФС. Москва, Сибирь, Северо-Запад, Дальний Восток, Урал и Западная Сибирь, Черноземье, Золотое кольцо, Московская область, Южные и Северо-Кавказские округа и, конечно же, Приволжье уже почти неделю играют на искусственных полях Изумрудного. Турнир продлится до 2 сентября, и в данном случае банальная фраза «победа не главное» здесь приобретает весьма серьезное значение. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы вырасти в хорошего мастера, надо, естественно, играть с хорошими командами на хорошем уровне. Вот этот турнир один из тех турниров, на который вот мы надеемся, что он поможет ребятам вырасти, совершенствовать свое мастерство, так сказать, в дальнейшем. Здесь собраны сегодня самые лучшие футболисты Российской Федерации 2002 года. Поэтому большое количество селекционеров, специалистов, которые просматривают юных футболистов, делают для себя какие-то пометки на перспективу, приглашают, наверное, свои клубы. Под столь пристальным присмотром все стараются проявить свои лучшие качества. И в составе сборной Приволжья индивидуальное мастерство демонстрирует несколько нижегородцев. Среди них и бывший воспитанник нашей школы футбола Виталий Киселев. Турнир хороший, команда тоже здесь приличная. Но мы надеемся, что еще будет все впереди, мы выиграем всех, будем сильно бороться. С переменным успехом, особенно по сегодняшней игре. Кто-то выпал из них, кто-то сыграл на своем уровне. Ну, дети, от них всего можно ожидать. И хорошей, и плохой игры. То есть перепады в их игре, стабильность, это все присутствует. А здесь с кем же с ними надо больше быть-то, педагогом или тренером все-таки? И тем, и другим. Тренер сборной Приволжья, как и положено требовательному педагогу, в минус своим подопечным поставил даже победу со счетом 2-1 над сборной Сибири. Действительно, местная региональная команда могла забить и больше, но перспективные взгляды селекционеров сильнейших клубов страны дают о себе знать. Тем не менее, даже столь пристальное внимание и двойная ответственность не помешали выйти сборной Приволжья в финал с первого места в группе А.
К сожалению, время первого периода нашего хит-трика подошло к концу, и мы, естественно, успели рассказать вам далеко не о всех спортивных событиях региона. Впрочем, для полной картины дня достаточно смотреть выпуски информационной программы «Объективно» на канале ННТВ. А у нас сейчас будет небольшой тайм-аут, сразу после которого мы вернемся в студию, и нашим гостем станет один из тренеров сборной России по футболу. И в данном случае я ни слова не соврал. Просто немного недосказал. А вот чтобы узнать всю правду, достаточно не переключаться. Мы скоро увидимся. Привет! В эфире ННТВ очередной выпуск информационно-аналитической программы о спорте «Хит-трик». И прежде чем я представлю нашего гостя, должен озвучить новость, которую умолчал в первом периоде нашей передачи. Дело в том, что сегодня, 1 сентября, на стадионе «Северный» стартовали по-своему уникальные соревнования. Второй этап чемпионата России по футболу среди ампутантов. И у нас на этом турнире наш город представляет команда «Нижний Новгород». И у нас в гостях, соответственно, тренер этой команды Щербаков Александр Николаевич. Здравствуйте, Александр Николаевич. Давайте не будем обманывать наших зрителей, потому что мы с вами писали этот разговор накануне открытия турнира. Все потому, что в стартовый день вы бы физически не успели к нам на прямой эфир. Но обещаю, что на открытии наша съемочная группа будет, поэтому наш разговор будет обильно перекрыт свежим видео. И сразу же первый вопрос о месте проведения чемпионата, что очень приятно. У нас в Нижнем Новгороде такой турнир, хотя традиционно проходило в Грозном, Волжском, Волгограде. И, наконец-то, мы. За что заслужили? Вы знаете, у нас здесь праздник есть. 40 лет Транснефти. Это наш спонсор. И мы приурочили второй круг, попросили Москву, чтобы второй круг проводили в Нижнем Новгороде. То есть мы сразу убиваем двух зайцев. И в чемпионат проводим второй круг. И праздник устраиваем для Транснефти. Но давайте в хорошем смысле хвастаться. У нас уже, у нашей команды ампутантов есть достойные традиции и шикарные успехи. Поэтому вот сколько есть, все перечисляйте. Вплоть до того, что наш вратарь Егор Путикин, по-моему, в 2009 году стал лучшим вратарем мира, если я не ошибаюсь, в 2009 году. Он до сих пор считается лучшим вратарем мира. И последний чемпионат мира в прошлом году проводился в Мексике. Он снова был признан лучшим вратарем. Вот. Но то, что касается нашей команды, какие наши звания были, что мы были чемпионы и России, и кубок выигрывали. Постоянно поставляли кандидатов в сборную, членов сборной. Вот. Наши члены сборной становились чемпионами мира. В отличие от двуногих футболистов, дай бог больше не вспоминать это Евро. Я имею в виду, что есть на кого нам равняться. И вот по уровню даже настроя на матч, я просто видел выступление вашей команды, вот настрой вашей команды и нашей национальной сборной среди двуногих футболистов – это небо и земля. А насколько профессионален этот вид спорта, я имею в виду футбол среди ампутантов? Вы знаете, вот когда я думал идти, не идти работать с ампутантами, я долго думал. Но потом, когда приступил к тренировкам, я к ним уже стал относиться как к профессиональным футболистам, как к здоровым футболистам. Потому что в свое время я работал тренером команд мастеров, вот, и я знаю этот подход. Да, они ограничены, возможности у них. Да, но настрой, позавидуют даже взрослые спортсмены. Потому что если бы видели, как они бьются за каждый, значит, мяч, за каждый гол, это просто восхитительно. Значит, все вот эти 5 команд, которые будут участвовать у нас завтра в чемпионате во втором круге, они примерно равные. Но чуть получше есть 2 команды. Это «Олимпро» и
команда из Грозного, Ломонас. Эти две команды имеют по 10 очков после первого круга. А у нас 6 только. У нас 6, да. У Олимпии Волгоград 3 очка и 0 очков у Барнаула. Хотя все команды, которые я назвал, они в свое время были чемпионами России. И в каждой команде есть члены сборной России. Но мы без медали, надеюсь, не останемся на этом турнире? Трудно сказать. У нас проблемы есть. Проблема в том, что наши игроки, кроме футбола, еще играют и в слэдж-хоккей. Поэтому кто-то, значит, там еще не подъехал к нам, подъедет на последние игры. Ну, проблемы были и с подготовкой. Не все собирались, чтобы провести полноценную подготовку. И поэтому загадывать я не хочу. Конечно, хотелось бы остаться на третьем месте, а может быть и выше. Но сама ситуация покажет. Буквально завтра. Ну, я хочу все равно вернуться к сборной России, потому что в лучшие времена там до 5 игроков нашей команды входили в состав сборной. Как обстоят дела на данный момент? Ну, помимо Егора Путикина, без которого, мне кажется, уже просто невозможно представить национальную сборную, есть наши игроки сейчас в сборной? Да, Путикин, это первый, он первый вратарь. Потом Дима Удалов, который тоже это самый чемпион мира последний. Потом, значит, у нас есть молодой паренек Саша Тюрин. Он является кандидатом в сборную страны. Вот пока три человека, которые реально претендуют на место в сборной. Ну, вполне это неплохой показатель, я считаю. И все-таки немного отвлечься от медалей. Вот уникальность подготовки, уникальность тренировок. Какие-то на спецусловия создавать или нет? Потому что я видел, они на Северном бегают с такой сумасшедшей скоростью. Абсолютно на любом поле, наверное, могут играть. Вы знаете, вот я уже работаю долго с ними, да? Я уже каждого изучил. Как можно его нагружать, как можно его тренировать. И поэтому здесь трудно говорить так вот двумя словами, что вот тренировать надо так или так. Просто в процессе тренировок я уже вижу, как их нужно тренировать. Когда заканчивать тренировку, когда, значит, это... Потому что я вижу, ну, каждого этого футболиста и отношусь к ним как к здоровым людям, как к футболистам. Да, поверьте мне, многие из, как вы говорите, здоровых просто людей могут обзавидоваться вашим подопечным, потому что, еще раз говорю, я был свидетелем, эти скорости, эти комбинации, это даже профессиональные футболисты, наверное, могут позавидовать. И как раз футболисты, как приходят в этот вид спорта? Это бывшие футболисты, которые получили в результате травмы ампутацию ноги или как? Значит, вот из всех футболистов, которые к нам приехали сюда, есть один футболист бывший. Он играл за «Пахтакор», а сейчас играет за «Барнаул». Он узбек и трижды чемпион мира, предпоследний. Последние мы стали чемпионами, а предпоследние три раза подряд были узбеки. Вот он выступает за сборную Узбекистана. Вот за «Барнаул» будут играть два узбека, очень сильные парни. Просто мне лично очень нравятся оба футболиста. А в остальных командах люди, которые, значит, с детства инвалиды, потеряли ногу или там руку в каких-то таких автомобильных травмах, железнодорожные травмы. Вот разные травмы. У нас есть мальчик один, вот с крыши упал снег, и пришлось ампутировать ногу. Вы знаете, вот многие, значит, видят, как идут вот люди по улице, да, ампутанты, да, и как-то, значит, пренебрежительно к ним относятся. Но это, к сожалению, на стране есть такое, да. У меня в свое время тоже было такое, когда я работал президентом Федерации футбола. А теперь я думаю, как же так? Это же такие нормальные люди. Такие же, ну да, вот так вот получилось. Но нормальные. И потом вот вы говорите, как люди попадают к нам. Мы сами их ищем. Мы предлагаем, что приходите, значит, будем это с вами работать. У вас появится другая жизнь, другие возможности. Вы будете ездить, вы будете общаться. И вот сейчас вот ребята приезжают, мы их встречаем. Они как будто родные всем, понимаете? Вот все обнимают, все целуются чуть ли. Вот так вот. Это какая-то большая такая вот семья. Ну, к счастью, вот проходит чемпионат России, Кубок России, если не ошибаюсь. А был раньше Кубок президента, сейчас... Был, да. Не существует этих соревнований сейчас. Я думаю, его возобновят. Ну, дай бог. Да. Я к тому, что есть, да, у всероссийского масштаба соревнования, а внутренние соревнования какие-то есть, или, к сожалению, нашим спортсменам приходится ограничиваться только вот этими всероссийскими соревнованиями? Вот внутренние соревнования очень хорошо проходят в Турции. Там
15-16 команд играют в чемпионате. У нас только чемпионат России. И вы имеете в виду эти внутренние, могут быть чемпионаты области, да? Нет, такого нет. У нас единственная команда в нашей области, где собраны ампутанты. Их не так много, ведь это. И, слава богу, что именно так. Не надо, чтобы было много их. Естественно. Но если уж случилась такая беда с человеком, а вы говорите, еще и заставлять их приходится идти в этот вид спорта. Есть такие, кто и не хочет идти, что ли? Ну, мы отрываем от компьютера людей, которые сидят вот целыми там днями и никуда не выходят. Вот сидят и все. Мы их отрываем. Даже есть вот случаи такие, что я по улице иду, замечаю, идет этот, там, хромает или на костылях. Я останавливаюсь и с ним начинаю беседу. Приглашаю его. Я говорю, вот у нас есть такой, такие возможности. Некоторые соглашаются, приходят, посмотрят, как, что, чего. Но остается мало. Но поначалу, наверное, у них даже страх некоторый есть перед вот мячом. Перед... Они уже привыкли к той жизни, которая их устраивает. Переломать себя очень сложно. Это вот надо мальчишек, которые только-только еще получили травму или как родились с этой травмой. Вот с ними легче работать. А уже люди, которые уже определились в жизни, их очень сложно оторвать. Хотя есть, к нам пришел там из Дзержинска паренек, ему 45 лет. Сейчас он каждый тренировок приезжает, работает, и ему нравится. Другой пришел, одну тренировку попробовал, вторую попробовал, не получается. Я говорю, терпи, давай, будешь. Люди годами у нас не могут в основной состав попасть. Ну, не получается, уходит в другой вид спорта. Или в легкую атлетику. У нас даже есть еще и отбор в команду. Ну, вот бывает вот такое вот. Да. Ну, отбор как? Отбор не бывает. У нас мы с удовольствием нашли бы хороших парней. Хотя вот, что мне понравилось, у нас в Нижнем Новгороде паренек входит в сборную легкой атлетики. В сборную легкой атлетики. Он входит в пятерку лучших бегунов мира. О как! Так вот сейчас Паралимпийские игры отменили, или как поедет, не поедет. Он уже был у нас и изъявил желание играть в футбол. Я с удовольствием жду его. Ну, скоростные игроки нам не помешают. Да. А помимо этого чемпионата, что впереди? Может быть, опять на какую-нибудь Европу, на мир? Где ближайшие соревнования еще крупные? Ближайшие соревнования сборной — это в Польше будет турнир с 9 по 12 сентября. Потом, значит, соревнования будут в Болгарии. Тоже турнир будет. Потом турнир будет в Абхазии. Вот. И, может быть, турнир будет Кубок Президента. Вот это вот ближайшее. А на будущее, как я узнал, чемпионат Европы в следующем году должен быть в Турции. Ну, там, тем более, трансвит вид спорта. К сожалению, эфирное время у нас заканчивается, поэтому быстрые вопросы, быстрый ответ. Если сейчас увидят люди, которые в подобной ситуации захотят играть в футбол, куда им обращаться, куда им идти? Стадион «Северный», автозавод. Круглосуточно? Нет, понедельник, среда, пятница. У нас тренировки с 12 часов. Пускай с удовольствием, пускай приходят. И не боятся того, что они сразу не будут играть в футбол. Пускай. Они будут жить в этом коллективе, в этой большой семье. Ну, а я призываю всех зрителей нашей передачи «Хет-трик» приходить с 1 по 5 сентября на стадион «Северный», где будут проходить те матчи, поддержать наших спортсменов, поддержать всех участников, потому что я, как личный свидетель, говорю, что это очень динамичный вид спорта, несмотря на то, что какие-то ограничения так называемые есть. Александр Николаевич, не буду вас задерживать, потому что у вас сейчас в связи с турниром много дел. Спасибо за то, что выкроили время и встретились с вами. Мы с вами встретимся уже на турнире. Спасибо вам огромное. Ну, а я обращаю внимание наших зрителей на то, что в следующий четверг, 8 сентября, на нашем канале будет прямая трансляция из культурно-развлекательного комплекса «Нагорный», где «Торпедо» будет принимать «Хабаровский Амур». Но это не станет поводом для того, чтобы мы не выходили в эфир. Просто мы выйдем немного в ограниченном временном промежутке в один из перерывов этого хоккейного матча. А посмотреть, поверьте, будет на что, ведь гостем студии станет живая легенда так называемых боев без правил Джефф «Снеговик» Монсон, ныне россиянин. Так что обязательно включайте в следующий четверг и во время хоккейной трансляции смотрите «Хет-трик». Ну а пока, пока-пока. И самое главное, не забывайте дружить со спортом.